Да. Да, у нас лидирует первая команда. У них 18,5 баллов. Второе место у команды номер 2. И на третьем месте команда номер 3. Конкурс «Не имей 100 друзей, имей 100 словарей». Первое место первая команда. Второе место пятая команда. И третье место поделили вторая и шестая команды. У них одинаковое количество баллов. Всего там было в тексте 20 ошибок. Какие-то из них повторялись, мы, да, как одну засчитывали. Так, поэтому не теряем присутствие духа. Все ошибки, которые не нашли сейчас, разберем на пар. Так, а мы переходим к следующему конкурсу. Следующий конкурс, идея проведения следующего конкурса появилась у нас, когда мы обнаружили в кабинете русского языка очень один интересный, любопытный документ. Это были заповеди бывалого студента студентам следующих поколений. Когда мы его прочитали, этот документ, мы поняли, что содержание вообще не утратило никакой актуальности. У нас даже есть такое желание развесить этот документ в аудиториях. Но, к сожалению, там было небольшое количество ошибок в русском языке. Поэтому сейчас текст этого документа будет выведен на экран, а вам мы раздадим листочки. В течение 10 минут просим вас найти в этих листочках как можно больше ошибок и исправить их. Вопросы есть какие-то задать? Чтобы вы понимали как бы объем проблемности этого текста, страничку текста кто-то допустил 162 ошибки. В каждом слове практически. Так что это называется proofread without mercy. Вы можете просто разойтись. Там нет правильных слов практически. Есть на экране. Так, все получили задание? Так, у всех есть задание и...